друзья. И добро пожаловать на вторую церемонию вручения премии «Человек театра». Эта премия учреждена по инициативе художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. А вторая ее церемония свидетельствует о том, что она превращается в нашу новую традицию. Сегодня впервые мы пригласили в Вахтанговский зал зрителей, чтобы вместе со всеми работниками Вахтанговского театра мы превратили бы сегодняшний вечер в праздник достоинства театра, театрального рыцарства, сказали бы слова благодарности людям, которые связались с театром всю свою жизнь. Эта премия уникальна во многих отношениях. Получить ее могут только сотрудники Вахтанговского театра, вне зависимости от профессии. Знаменитый артист и режиссер, но и скромный работник гардероба, театрального цеха или буфета. Присудить ее тоже могут только работники Вахтанговского театра путем всеобщего тайного голосования. В этом ее особенный престиж и уникальность. Что это за премия? Это брошь, сделанная из золота и драгоценных камней. Единственная брошь в мире, которую создал театральный художник. Авторская работа главного художника театра Максима Обрезского. В ней заключена своя символика. Во-первых, растение, символ жизненной силы. Цветок, высочайшая награда человеку театра от зрителей. Пятилистная сирень, которая изображена в этой броши. Счастливая примета, символ весны и любимый цветок Евгения Багратионовича Вахтангова. Наконец, золото и драгоценные камни. Самые дорогие сокровища в мире, а мы настаиваем на том, что человек театра – это самое главное сокровище нашей современности. Оно может сверкать на сцене в выступлении артиста, а может быть незаметным, глубоко запрятанным где-то в театре, как в шкатулке с драгоценностями. И цель нашей сегодняшней церемонии – полюбоваться сокровищем Вахтанговского театра, раскрыть его драгоценную шкатулку. По традиции, премию «Человек театра» вручает художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Владимирович Туминас. Итак, я приглашаю первого лауреата. Он представляет профессию, которая чрезвычайно важна в театре. Люди театра знают, а зрители догадываются, какое значение имеет для актера костюм. Это не просто одежда. Это секрет хорошего самочувствия, а также ключ, важный ключ к созданию образа. Наш первый лауреат – представитель профессии костюмера. Но это не просто костюмер. Несмотря на свой уже не юношеский возраст, она не ходит, а просто летает по театру. Она знает наперечет костюмы ко всем спектаклям, знает все, что хранится в запасниках. И это знание ее совершенно не тяготит, ибо нет такого актера Вахтанговского театра, который бы не услышал ее слова доброго напутствия и ободрения. Руководитель костюмерного цеха Галина Петровна Пожанова.
следующий лауреат, избранный при всеобщем тайном голосовании, тоже представляет профессию костюмера. Через год она будет отмечать юбилей своего служения театру. 50 лет непрерывной работы в театре Вахтангова, общение с великими мастерами и с очень молодыми артистами. Ее профессия, ее работа свидетельствует о том, насколько важно для самочувствия артиста умение найти подход к нему костюмера, умение поучаствовать в его личных и творческих тайнах, умение ободрить нужным словом. Это великое и тайное искусство, и оно в полной степени представлено нашим следующим лауреате, работнике костюмерного цеха Раисе Ивановне Дольниковой. Очень приятно. Низкий поклон всем. Следующий лауреат тоже через год будет отмечать юбилей своего служения театру Вахтангова. 40 лет. Ее профессия свидетельствует о том, что в театре не бывает чисто ремесленнических дел. Они всегда связаны с творчеством, тем более профессия, которой доверено лицо артиста – гример. Все в Вахтанговском театре знают ее руки – быстрые, уверенные и очень мягкие. И взгляд – очень внимательный и точный. Взглядом и руками она вместе с артистами создает сценические образы. И огромная доля аплодисментов по окончании спектакля предназначена, конечно же, ей. Руководитель гримерного цеха Ольга Владимировна Калянина. Приятно. И еще, мои дорогие девочки, мой цех. Если бы не вы, если бы не ваши ручки золотые, если бы не ваше терпение, трудолюбие и ответственность, не дожить бы мне до этих светлых монет.
Награжденные лауреаты обладают очень большим сокровищем, которым дорожит театр. Это их руки. Руки, излучающие опыт, жизненный, профессиональный опыт и любовь к артистам. Дорогие дамы, вам посвящается романс «Руки», слова Жака, музыка Жака, слова Лебедева-Кумача, исполняет артистка первой студии Вахтанговского театра Наталья Винокурова. По сложившейся традиции премией «Человек театра» награждается спектакль. Лауреат этого года – спектакль о судьбе артиста, о тайне его искусства, о том, как мучительно артисту жить без сцены, о том, как он стремится получить роль, и о судьбе, которая выставляет ему самое роковое испытание – испытание забвения, отлучения от сцены,
И этот спектакль о том, как артист всеми силами борется за то, чтобы не быть забытым, за то, чтобы не испытать творческую смерть. А еще этот спектакль не сложился бы без огромного профессионального вклада артиста, игравшего за главную роль, Владимира Симонова. Премией «Человек театра» награждается спектакль «Минетти». Денис Самойлов, Юрий Полик и Эльдар Трамов.
Следующий лауреат премии «Человек театра» – актриса, любимая всеми вахтанговцами и огромными массами зрителей за свои роли в театре и в кино. Блестящий дар комической и драматической актрисы, великолепная техника, энергетика. Недавно она отметила свой маленький юбилей, день рождения. И на этом рубеже подсчитали и выяснилось, что подбирается еще один юбилей. Она исполнила 300 раз без замены роль в одном из самых кассовых спектаклей вахтанговского театра. Премией «Человек театра» награждается Мария Аронова. Самых блестящих и знаменитых примадонн не просто театра Вахтангова, но русского театра, участница многих важнейших спектаклей Вахтанговского театра, свидетель его истории, замечательный творческий человек, а меня еще связывает с ней некоторая личная связь. Огромная любовь к родине театра, возникшая вдруг, древняя Аргалида, куда она отправилась вместе с труппой Вахтанговского театра играть Эдипа, чтобы сыграть на оркестре древнего античного эпидавра одну из первых ролей мирового трагического репертуара. Премией «Человек театра» награждается Людмила Васильевна Максакова. Театр мира. Я не лгу. Это правда, потому что мы очень много по всем городам и весям катались. Вот. И это не просто выдумка, а это правда. Вот. И поэтому, я думаю, нам нужно низко поклониться Римусу Владимировичу Туминусу. Вот. А потом, конечно, вы знаете, вот катаясь так,
даже и за рубежом, и всюду. Я сейчас быстро. Просто хочется сказать, что у нас такой сегодня театр. Я имею в виду не только наши спектакли, но ведь театр – это не просто актеры, зрители. Театр – это еще огромное закулисье. Это и постановочная часть, и вот в том состоянии, в котором театр сегодня находится, вот, как говорит кто-то, в вашем театре единственное, где не пахнет борщом, это у вас. Вот. И, в общем, кто с утра до ночи ходит, вытирает, смотрит, руководит, бегает, открывает сцены, это, конечно, наш директор Кирилл Игоревич Кроп. Вот праздник нам устроили, и когда душа расстается с телом от радости, это когда Римас Владимирович, когда меняли планшет сцены, то нам подарили по кусочку старой сцены, и все мои дорогие товарищи и друзья, которых, к сожалению, некоторых уже нет с нами, расписались. Вот это был такой очень щемящий момент. И сегодня, когда твои товарищи сказали, что ты заслуживаешь вот этого звания. Для меня это высшая награда. Вот. А теперь еще два слова. Так совпало, не знаю почему. Значит, у меня муж иностранец, и полтора года... Я не решалась совершить этот страшный шаг, но тем не менее, когда все-таки мы приступили к процедуре, надо было достать массу документов, а еще назначить день. И вот мы назначили вторник, у нас тогда был выходной день, любой вторник, значит, следующего месяца. Вот этим вторником оказалось 27 марта. Это был Международный день театра, и никакого выходного не было, и мы играли спектакль «На всякого мудреца» с Юрием Васильевичем Яковлевым. И вот сегодня, значит, 44 года, как я замужем за этим вот несчастным. Красивый театр – это душа. Уходи. Ну вот, и что-то еще хотела сказать очень важное. А, да, и хотела бы вспомнить финал спектакля «Без вины виноватые», где Юрий Васильевич произносил следующие слова Яковлев. Значит, ну, естественно, слова Островского. Ну что же, давайте поднимем этот бокал за всех служителей искусства, без различия степеней и талантов. Thank you.
Васильевна, в вашу честь звучит песня давних возлюбленных. Музыка Жуане, слова Жака Брелли исполняет артист первой студии Вахтанговского театра Эльдар Трамов. Следующий лауреат по профессии режиссер. Это один из самых авторитетных людей в Вахтанговском театре. Проходят годы, то и дело вторгается в нашу жизнь авангардные течения, но этот человек по-прежнему верен своим убеждениям.
хранит традиции русского психологического театра, бесконечно уважает зрителей и умеет, по-прежнему умеет ставить спектакли, которые имеют долгую репертуарную жизнь, а также владеет бесценным театральным искусством убеждать артистов любых поколений. Премией «Человек театра» награждается Владимир Владимирович Иванов. И сегодняшняя церемония – это замечательное украшение нашего праздника. И хочется в этот день сказать слава тем людям, которые жили в этом театре, поклон тем, которые живут сегодня, и верности тем, которые будут жить завтра в этом доме. Спасибо. Но ты.
песни из спектакля «Белая акация» исполнили выпускницы разных лет. В мастерской Владимира Владимировича Иванова, в театральном училище имени Щукина, актрисы театра Вахтангова и первой студии Вахтанговского театра. Дорогие друзья, имя следующего лауреата дает повод поговорить со значением и с гордостью о театральном рыцарстве. Рыцарь – это воин, ветеран, человек чести, неуступчивый в вопросах совести, достоинства, профессиональной честности. Человек, имеющий безусловный авторитет и поэтому заслуживший бесконечную любовь коллег в Вахтанговском театре и огромного количества зрителей. При всем при том, он все время сохраняет уникальное остроумие, невероятную жизнеспособность, энергию. Премией «Человек театра» награждается Владимир Абрамович Эдуш. Отведите меня на мое место. Давайте, я цветы возьму. Давайте, передам ему. Thank you.
Иванович, среди множества ролей, которые были вами созданы, все-таки для русского зрителя особое значение имеет роль в «Кавказской пленнице». Сейчас все, кто говорит с кавказским акцентом на телевидении, на самом деле говорят с акцентом Владимира Абрамовича Этуша в «Кавказской пленнице». В вашу честь исполняется номер с кавказским акцентом, потому что когда вы создавали свою роль, вы наверняка делали это с памятью о родине основателя театра Вахтангова Евгения Багратионовича Вахтангова. И сейчас номер с кавказским акцентом народный артист Республики Северной Осетии Алания Сослан Дзубцев и артист Вахтанговского театра Юрий Цакуров. Thank you.
Вы, конечно же, догадались, кто наш следующий лауреат. На прошлой церемонии, на первой церемонии вручения премии «Человек театра» мы допустили одно нарушение. Эту премию не получают руководители. И мы думали, что больше нарушений не будет. Но надо допустить и еще одно нарушение сегодня, ибо такова воля коллектива. За активнейшую деятельность ради театра, из любви к Вахтанговскому театру, за все то, что вы видели на экране, премией «Человек театра» награждается директор Кирилл Игоревич Кор. Обстоятельства, потому что я всю жизнь занимаюсь только театром и больше ничем в своей жизни никогда, к сожалению, не занимался, потому что, к счастью. А второе обстоятельство, то, что 27 марта для меня двойной праздник, потому что это день рождения моей жены, которая тоже здесь присутствует. Спасибо вам. Спасибо, Михаил.